Разрешите? Войдите. Вот, машину продал. Зачем? Кинотеатр хочу строить. Может, ты 3D построишь? Запросто. Ручка не сломай. На сколько человек? На всех. Ну что, Вадя? Будет тебе кино. А что такое 3D, сынок? 3D? Это когда тебе очки дают в кинотеатре. И ты смотришь все, как по-настоящему. Малое и среднее предпринимательство. Верь в себя и в свое дело.